И у нас на связи Андрей Терехин, российский оппозиционер, предприниматель. Андрей, здравствуйте. Снова здравствуйте. Рад, как всегда, видеть. Давайте перейдем к первому кейсу, уже нашумевшему со вчерашнего дня. Суд в Екатеринбурге избрал меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману в виде запрета определенных действий по делу дискредитации российской армии. Так, Фемида на время следствия запретила Евгению Ройзману посещать публичные места и пользоваться интернетом. Нет сомнений, задержание в значительной степени связано с инициативой правозащитного центра общества «Царьград» по проверке дела Ройзмана. Спецоперация делает свое дело. Не только освобождает русские земли на Украине, но и очищает саму Россию, заявил основатель канала «Царьград» Константин Малафеев. Почему все-таки не задержание, не два месяца под стражей, как это к меру пресечения к тому же Яшину? Он более сильный политик, который пользуется в своем городе хорошей большой поддержкой, его многие люди уважают. И нужно понимать, что Ройзман по своему портрету, он привлекает больше все-таки людей сильных. Он сам такой достаточно сильный человек, и судя по его биографии, да, у него есть достаточно хорошие связи, условно говоря, там хорошая крыша. И в случае, если к нему будут применены жесткие меры, то я думаю, что и ответ будет достаточно жесткий, как в его непосредственно городе, ну, точно так же и по всей России. А при этом нужно понимать то, что еще ничего не закончилось. Власть, она как у нас, как она в России делает? Она кидает пробный шар, ну, допустим, вот сейчас текущий арест, смотрит реакцию людей, кто вышел, кто не вышел, насколько это было радикально. Вот это, я говорю, это просто по Навальному. Да? Сколько его мутыжили? Тоже вроде взяли, отпустили. Но через какое-то время, поняв динамику, проанализировав, они все-таки его закрыли. И я думаю, то, что рано или поздно с Ройзманом произойдет то же самое. Насколько аудитория, скажем так, электоральная поддержка у Ройзмана и люди, которые поддерживают Ройзмана, отличаются от тех, кто поддерживал того же Навального и Яшина в Москве? Это первый вопрос, ну то есть социальный портрет этих людей. И второй вопрос, не боится ли власть в случае ареста и закрытия, да, за посадки в тюрьму Ройзмана, повторение темы Хабаровска, как это было с Сергеем Фургалом? Да, я бы тоже, наверное, здесь близкое сравнение только с Фургалом, да, они по своему подходу, по своему типу, они похожи. То есть это такие мужики, ну, такие пацаны, да, как бы выросшие там из 90-х, сильные, с характером, да, и, соответственно, их круг ближайший и те люди, которые на них ориентируются, они такие же. Если говорить о Навальном, то все-таки по составу митингов, когда мы смотрим, это пожилая интеллигенция, интеллигенция в большей степени, да, это журналисты, блогеры, это студенты и так далее. Ну и школьники, но, да, то есть студенты-школьники. Да, но если говорить об более сильных таких личностях радикальных, да, нужно понимать то, что Ройзман вышел из среды как бы такой криминальной, он вертелся в криминальной среде, это там наркотики и все остальное, и люди, которым он помогал, да, там, в том числе по наркотикам, соответственно, готовы за него не идти с плакатиком, да, на выборы, а готовы как бы на более радикальные меры, потому что он однажды, может быть, спас им жизнь.